Всех приветствую на своем канале, дамы и господа, у микрофона, как всегда, я Бог, и сегодня я записываю новый видеоролик по сайту GGDrop, и в честь этого мы, как всегда, проводим наш традиционный ежедневный конкурс на бабки. Условия очень простые, вы набираете 250 рублей за 1700 комментариев, и уже в следующем видеоролике я подвожу итоги. Давайте начинать. Что мы имеем, пацаны? 3800 на балансе. Это GGDrop и ссылочка на сайт, специальная ссылочка, не реферальная, но она админская. Что это значит? То есть это не просто ссылка на сайт, а ссылочка такая, что за переход вы получаете повышенный шанс. Не знаю, работает это или нет, но по крайней мере в техподдержке мне написали, что это так. Вы можете это проверить, в принципе вы от этого ничего не теряете. Ну, в общем-то, если интересно. Если нет, ну как бы, ну можете по обычной перейти, что вам. Суть в чем? На сайте много админских сборок, лимитированных серий и фарм-кейсов. И сегодня именно тот день, когда я хочу это все проверить. Кстати, не стоит забывать, что у меня есть барабан бонусов, к сожалению, я уже открывал. Но если вы поставите 1000 лайков, то я свой телеграм-канальный... В телеграм-канале, в общем-то, у меня есть... Очень много промокодов, специальных, не специальных, на все топовые сайты, которые вы так любите. Переходите, там прямо сейчас разыгрывается ножик, ну, в общем, ссылка в описании есть. Ну и вот здесь, конечно, барабан бонусов для каждого есть раз в сутки, раз в два дня, что ли, что-то такое. Итак, мы, конечно же, много раз с вами открывали зимние кейсы, но это все немножечко поднадоело. Лимитированную серию мы, конечно же, чекали, но тут есть пару позиций, которых я сейчас бы хотел подкрывать, что-то типа импостера, да, ну, такие лайтовые. И вот фармкейсы, я скажу честно, я без записи иногда играю, поэтому, ну, они не особо мне что-то выдавали, мы сегодня их попробуем сделать. И вот на чем бы я хотел бы заострить внимание, это мультикейсы. Вот это прикольная штука, потому что это работает как система карточек. Нам нужно выбрать всего лишь одну ячейку и уже посмотреть, какой скин нам выпадет. Я показываю, как это работает, смотрите, оп, 245 рублей на баланс. Потратили мы 209 и плюсанули 40 рублей, отлично. Давайте, ребята, вот вы прямо сейчас верните видосик и попытайтесь вместе со мной угадать. То есть, смотрите, в тех ячейках были скины подороже. Например, вот этот пока в плюсах можно поиграть. Плюсуем по 70-80 рублей. Это не так уж и много, но прикиньте, если мы угадаем с вами, например, какой-нибудь Desert Eagle Пламя, на данный момент этот хрень стоит 20 тысяч рублей. И, конечно же, угадать этот скин, но это будет прям вообще подарок. Не знаю. Короче, что можно сделать? Можно просто открывать бесконечно кейс Perfection и постоянно плюсовать свой баланс. По-моему, это очень неплохая перспектива, и я думаю, что в конце, когда баланс уже иссякнет, у нас будет нехреновый такой плюс. Начинали мы, с 3800 рублей, и пока что ни один кейс не увел нас в минус. Конечно, он дает нам понемногу, по 50, по 70, по 100 рублей, но я думаю, что когда мы это все продадим, то мы получим нифиговый такой плюс, учитывая, что он сейчас по скидочке. Изначально он стоил 300 рублей, и вот если бы мы открывали эту всю тему за 300, то он бы не окупал. Но в нашем случае мы плюсуем стабильно на 50-100 рублей каждое свое открытие. Баланса все меньше, но мы продолжаем открывать, и я думаю, 1005, если мы сделаем, это уже будет хорошо, плюс 1200. И, ребята, давайте за этот ролик, за то, что я их записываю практически каждый день, подвожу итоги на деньги и как бы вообще их разыгрываю, вы поставите 1000 лайков. Я думаю, вы по достоинству оцените мои старания и наберете достойное количество лайков. Ну а пока что мы открываем кейсы, спокойно фармим. Слушайте, я закончу ровно тогда, когда он перестанет выдавать. Вот на рубль в минусе, на 2. Не думаю, что это страшно, можно продолжить. Я просто рандомные места выбираю и вот сразу плюсану. Отлично. Так, я думаю, его сейчас продам, чтобы хватило еще на какое-то количество кейсов, поэтому вот так вот. Ну, это нормально, это в принципе нормально, учитывая, что все остальные кейсы у нас окупаются, почему вы не открыть вот так, лайтово? Ну, вот по 2 рубля минус, ну и ладно, как бы с этим. Остается последний кейс, и делайте ваши ставки, на какой конкретно плюс мы выйдем с этого кейса. Мне кажется, плюс 1000 точно будет. Давайте зайдем сюда. Доступно для продажи. Вот такой инвентарь из мини-скинчиков мы набрали. И с 3800 получается 400. Ну, на 320 рублей плюсанули, конечно, не так много, но, в принципе, если вы вот так хотите посидеть, пофармить баланс, то эти кейсы, возможно, конкретно для вас. Давайте теперь все-таки подкрываем что-то традиционное, например, случайная тайна, и, возможно, нам сегодня повезет даже что-то забрать. Не знаю, пацаны, как пойдет, но было бы здорово, если бы сегодня выпал какая-нибудь, например, неоновая революция, мы бы ее забрали на розыгрыш, и было бы прям вообще замечательно. АК-47 Азимов, так близко, но так далеко. Чё ж ты? А, ну раз так, слушай.
Ну, это немного, это опять же немного. Сегодня, как вы видите, дает он такие небольшие плюсы. В принципе, это все равно адекватно. Можно подкрывать кейсы и что-нибудь забрать. Это великий демон, но он, к сожалению, не долетает, а вернее пролетает. И выпадает механопушка. Да нормально, почему нет? Я открою 4 раза на 2800. Я думаю, нам уже терять нечего, ребята. Давайте, в комментариях пишите, какой бы кейс вы открыли, будь бы у вас на балансе GG дропа 4000 рублей. Так, до 6 пуль. Ага, ага. Мне кажется, только защитный каркас не окупает. Давайте посмотрим. 700, 800. Ну, в целом тут все равно нормально. 3000 рублей потратили. Получили примерно столько же. Или нет, мы чуть-чуть поменьше, по-моему, получили. Еще 4 раза откроем. Я думаю, что потом можно пойти в контракты, а далее в апгрейды. И какой-нибудь скин сегодня обязательно надо будет забрать. Так, 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 обломчик, огонь чинтика. Ну, смотря что сколько стоит. И, возможно, что-то из них статрековское. 3300. Нет. Не особо дорого. Давайте, наверное, сделаем контракт из 3 пистолетов. 2 из них Файсевна и 1 Глок. 2357 рублей. Засовываем это все в контракт и получаем в итоге... Давай. 667 рублей. Как же это мало на самом-то деле. Окей, нам нужен какой-то хороший скинчик. Я думаю, что вот это все мы будем продавать. Посмотрим, что у нас останется. Есть же еще апгрейды. Вот апгрейды на дропе очень неплохие. И, соответственно, нужно их проверять. 3500, ну, практически то, с чем мы сегодня приходили. Давайте немножечко воды глотнем. Вот говорить что-то мне сложновато. И попробуем... Попробуем выбрать какой-нибудь скин. Допустим, будем делать вот такие вот мувы. 2300. Выберем Легион Анубиса, новый калашик, да? И на баланс. Выбираем сумму. Я думаю, можно попробовать залететь с чего-то, ну, не сильно крупного. Например, 900 рублей. И попробовать на 35% забрать. Давай. Сделай. Стой, блин. 50% он бы выпал. Хорошо, я тебя понял. 2600. Ну, проиграем так проиграем, ребята. Не суть, да важно. Давайте сделаем статрек. Как бы нет, конечно, хочется выиграть сегодня. И... Но что делать, если он, допустим, не выдаст? Попробуем вот такую стратегию. 1400 рублей. 55%. Не, ну, чувствую я, что этот юспик мы должны выбить. Да? Так, хорошо, этот юспик у нас есть. 2300 получается сделать. Оставляем его, значит, на балансе. Кстати, кто-то написал мне, как у меня чувака офнут. Точнее, не офнут. Окей, и попробуем сделать тогда... Давайте. Красный глянец. И попробуем сделать его на весь баланс. Я не знаю, получится у нас это или нет. Но в любом случае, этот юспик, если что, будем забирать. Хоть и в минусе, но будем. Так. Остановись. Отлично, на волоске от смерти, но он остановился. Я предлагаю на этом закончить серию, ребята. По итогу у нас получилось как-то выйти в ноль. И это все дело стоит 4600. Продавать не буду, потому что он не предупреждает, а сразу продает. Вот такие два скина получились сделать. Напишите, какой у вас максимальный плюс был в январе на джидропе, если вы уже играли. И в целом, какой ваш любимый скин. Ну, а через 1000 лайков я сразу же выпускаю новую серию открытия кейсов. Спасибо, что остаетесь со мной, несмотря на все сложности, которые нас окружают с вами на этом канале и на другом. Ну и до новых встреч. Пока-пока.